Алексей Федорович Бортненко. Я, как и многие наши опытные преподаватели, знают, что клиническая ординатура – это один из самых продуктивных периодов становления специалиста. Я даже, честно сказать, даже не могу себе вспомнить, что бы было более такое эффективное. Вот 2 года работать в среде специалистов, получать знания, которым вы хотите посвятить всю жизнь – это огромное удовольствие. Университет – это ваш дом на всю жизнь. Вот поверьте мне, что чем больше времени будет проходить, тем с большим удовольствием вы будете возвращаться на эти дорожки, в эти аудитории, к этим людям, которые всю жизнь вам будут греть сердце. Все те, кто вам читал лекции, показывал операции, рассказывал, как не надо что-то делать, а как надо что-то делать. Поэтому не теряйте связь с университетом, обязательно сохраняйте свой личный кабинет, обязательно следите за новостями университета, читайте газету «Пульс» и будьте всегда в курсе вашего дома. Добрый путь, друзья! Дорогие друзья, ну, я вас поздравляю сегодня с замечательным праздником. Может быть, он немножко дождливый, но, тем не менее, праздник останется у вас в памяти на всю жизнь, потому что вы сегодня получаете дипломы Санкт-Петербургского первого государственного медицинского университета. И это достойная награда за ваш труд, за ваше обучение. Напутствую вас сказать и напомнить мысль, которую еще прозвучала из уст Гиппократа. Необходимо лечить не болезнь, а больного. Что имеется в виду? Что постарайтесь относиться к каждому пациенту, к каждому больному, как к своему близкому человеку. Сопереживать вместе с ним. И тогда все у вас получится. Но хотелось бы еще напомнить вторую мысль Льва Николаевича Толстого, когда он сказал, что ланцет хирурга не должен гнуться, ибо, думая о пациенте, ему не станет легче от вашего сочувствия. И вот эти, казалось бы, две немножко такие отрицающие вещи вы должны в себе совместить. И думать, конечно, в первую очередь о развитии здравоохранения, медицины, о доступности ее. От губернатора Санкт-Петербурга Александра Ильича Беглова, во-первых, поздравить вас и вручить заслуженную награду нашего города, которая только в этом году появилась, 350 лет Петру Великому. Николай Анатольевич, примите поздравления, эту награду в знак вашего большого труда на благо Первого медицинского университета. Спасибо большое. Успехов вам в вашем нелегком труде. Вы закончили не просто вуз, вы закончили один из лучших, да что там, просто лучший вуз медицинский в Российской Федерации. И я, безусловно, с огромной благодарностью к Сергею Федоровичу, ко всей команде преподавателей, я думаю, что надо будет их поблагодарить, они большие молодцы, что были эти годы с вами. И действительно, за вас нисколько не стыдно. Это уже не первый выпуск клинических ординаторов, которые приходят в нашу большую ленинградскую медицинскую семью. Мы действительно без ложной скромности немножко побеждаем по многим вопросам. Мы лучше в реализации национальных проектов, поэтому кто, коллеги, наши целевики, ждем вас с распростертыми объятиями. Те, кто еще не определился, ждем вас тоже. И вот я часто студентам, молодым врачам говорю, что качество рождения человека – это пожизненный ресурс здоровья. То есть если вот готовить женщину правильно к беременности, 9 месяцев правильно вести, 9 месяцев заботиться о плоде и готовить его к внеутробной жизни, правильно провести роды – это пожизненный ресурс здоровья. То же самое можно экстраполировать на учебу. Хорошая учеба – это пожизненный ресурс профессиональной успешности. Вот это очень сложное для нашей Родины
для нашего отечества времени, я обращаюсь к вам, как к передовой части нашей молодежи, помнить о том, что вы являетесь кровью и плотью России, которая дала вам высшее образование, дала вам специальность и открыла дорогу, перспективы на будущее. И поэтому я призываю вас сомкнуть ряды, стоять за интересы России и отстаивать ее с честью и достоинством. Добрый путь! Ну, во-первых, следовать заветам наших великих учителей-первомедовцев. Федора Григорьевича Углова, хирурга, который говорил: «Спешите делать добро». Нашего великого терапевта Владимира Андреевича Алмазова с его девизом: «Сердце можно лечить только сердцем». Берегите себя, старайтесь по возможности быть здоровыми. Помните, что медицина сопряжена с огромными стрессами, нагрузками, ответственностью. Это специальность для здорового человека. И здоровый образ жизни – это не только ваши рекомендации вашим пациентам, но и, помните, старинное евангелическое выражение: «Врачу исцелися сам». Я вам желаю профессионального счастья, чтобы, приходя домой, вы встречали дома ласку, тепло, чтобы всегда было на что сходить в магазин, и чтобы с утра, заходя в палату, вы видели, что все пациенты на местах встают и говорят: «Здравствуйте, доктор». И, наверное, самая главная победа для вас, когда пациент прощается с вами и говорит: «Доктор, спасибо, я назову своего ребенка в вашу честь». Удачи вам, коллеги, до встречи. Сегодня, да, вы подводите некую черту вашему этапу образования, но ты же понимаешь, что медицина – это самая динамично развивающаяся сфера. Если хотите добиться чего-то, не переставайте учиться. Учиться, осваивать новое, спрашивать, изучать опыт. Только это обеспечит вам какой-то успех. И второе. Сегодня мы потом уже говорили. Первый метод – это не только бренд, это не только школа прекрасная. Но это братство. Где бы вы ни работали, где бы, с кем бы вы ни работали, всегда рядом найдутся выпускники первого медицинского. Обращайтесь к ним за помощью, за советом, всегда помогут. Обращайтесь к вашим учителям, к кафедрам, даже если вы не учились в этом преподавателе, обращайтесь. Если выпускник первого меда, это действительно это братство. И это какое-то определенное обязательство, в том числе и на нас, помогать вам, поддерживать вас. Мы всегда будем рядом с вами. Не разрывайте связи ни с друг с другом, ни с вашей альма-матер. Ну, добрый путь. Во-первых, я вам очень завидую. Перед вами сейчас вот вся жизнь, вся медицина. Вы можете выбрать любой путь. Вы можете сделать все, что угодно. И вот это чувство, оно, я желаю, чтобы оно с вами осталось, чтобы у вас все получалось. А для этого я желаю вам, чтобы то место работы, куда вы придете, было таким, и коллеги ваши были такими, что тот период обучения, который вам еще предстоит пройти, извините, но вы получили дипломы, вы специалисты, но чтобы доктор стал доктором, еще нужно будет уже на рабочем месте учиться. Ну, так, чтобы окрепнуть, наверное, еще лет 5-10, кто как, какая специальность. Так вот, я желаю, чтобы коллеги вам помогали, чтобы вам сопутствовала удача, и чтобы вы чувствовали себя в этот период хорошо и достигли всего, что вы перед собой планируете, что, какие цели перед собой ставите. С праздником, дорогие ребята и родители! Так вот, я вам желаю, чтобы тот образ жизни, который вы выбрали, и к которому вы успешно шли 2 прошедших года, был для вас комфортным. Чтобы в этой профессиональной жизни вы были максимально удачливы. Чтобы те проблемы, которые вы обязательно встретите на своем пути, как-то разрешались наименее конфликтно. И вообще самое главное качество врача – это умение переводить конфликт в продуктивное сотрудничество.
Многие из нас пойдут в практическое здравоохранение. Кто-то останется работать в университете, на клинических базах и кафедрах. Но как бы нас ни разбросала судьба, где бы мы ни оказались, мы всегда с трепетом и любовью будем вспоминать уже родные места, наш альма-матер. Виват, первый мед. Спасибо большое нашим наставникам, нашим преподавателям, которые помогли нам найти баланс между учебой, которой мы должны были заниматься, и работой, которой мы тоже не могли не заниматься на самом деле.